Фестиваль Битугеза в самом разгаре. Здесь вам можно и в крикет поиграть, и в черную пиратскую радиостанцию, и расписать стулья, и поцеловаться. Можно слепить разные украшения из глины, из настоящей литовской глины. А здесь раскрашивают стулья. Если у вас есть мебель, вы можете взять ее, принести сюда и раскрасить в цветы или в ультрамарин. Вот так это делается. Или кровь вампира. Очень модный в этом сезоне цвет. А как все-таки лепят глиняные? Пойдем, Гедрюс, дальше? Пойдем, Гедрюс. А вот эта лента, это что, литовское обычай невестам повязывать, чтобы парня встретить? Вы знаете, я вас отведу на свадьбу. Место, где можно пожениться. Пожениться? Давайте. Земля Марии. Вообще, Литва стоит на земле Марии. Вот кусочек этой земли у меня в руках. Я увезу эту землю в Москву. А экскурсия продолжается. Здесь можно пожениться или выйти замуж. Если у вас есть друг или подруга, вы можете приехать с ним на украсить свои волосы модной стрижкой, сделать макияж. Даже постричь верблюда. И после того, как вашу голову украсит модная стрижка, прямая дорога сюда. Женятся, посмотри. А вот да, это дворец брака и сочетаний на... Вот это для первой брачной ночи прекрасная палатка. Жених с невестой. Жених с невестой. Жених с невестой под звон колокольчика совершают первый поцелуй. Они счастливы. Свадьба на Битугеза. Самая лучшая свадьба. Это выдаёт свидетельство, что они поженились. Ну, будь. А там идет игра. Там кто-то играет на рояле. Да, и, конечно, свадебный марш играется вот на этом синтезаторе. Скажите, а как же жених не парится в таком наряде в жару? А у него такие вот брюки. С одной стороны вот так, а с одной стороны вот так. Очень практично и удобно. Давай. Гедрюс, вот этот вот норвежский замок и твоя идея по поводу Битугеза. Может быть, в двух словах ты скажешь, с чего все это началось? Конечно, с посиделки. Посиделки. Вот там на крыльце, да? Да. Наш бывший мэр Вильнюса приехал, тусоваться здесь, выпить венца и проговорили про музыку. Говорит, Гедрюс, слушай, здесь же такое место. Рубеж между Востоком и Западом. Да. Он же должен рушиться. Да. Конечно, рушиться должен. И решили делать фестиваль, который соединил народы, которые много столетий жили вместе, имели одну страну, Великое княжество Литвы, которое закончилось тем, что одна деревня, семьи разделены железным забором. До сих пор? До сих пор. Я думаю, что вы покажете. Да. И наша задача, что стен между людьми не было. Бить и
А шляху та кінкла, бейка сіше дяз. Могу, как это, канарейка или там. В общем, хорошего лета желаю всем. Лучше всего егермейстер идет в этих прекрасных, не пластмассовых, на охоте. Если вы вдруг заблудились на Северном полюсе или на Южном, вы берете кусочек льда, делаете дырочку и наливаете прекрасного егермейстера. Грамм 50, не больше, не увлекайтесь, вы все-таки на охоте. Желаем всего наилучшего. Как правильно по-литовски это звучит при выпивке? Исвейката. Как? Исвейката. 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 Исвейката, друзья.